Добрый день, уважаемые подписчики и просто кому интересны мои видео. Сегодня мы поговорим о зарядных устройствах для литиевых, литий-ферм, литий-ион, металлогидридных, никель-кадмиевых и свинцовых батарей. Значит, оба зарядных устройства заряжают до 6S аккумуляторы, то есть 6-баночные. Вот. Одно зарядное устройство на 60 ватт, другое на 300. Предлагаю начать с зарядного устройства IMAX B6 Mini. Ну и также у нас в обзоре будет 300-ваттовый Турниджи реактор. Давайте приступим. Значит, IMAX это оригинальное зарядное устройство вот в такой коробочке. Симпатичный выставляется. Итак, откроем. Значит, внутри нас поджидает инструкция с описанием зарядного устройства, как им пользоваться, но мы в этом обзоре про это говорить не будем. В интернете навалом видео, я вам лишь расскажу про некоторые особенности. Значит, как я и говорил, заряжаясь этим зарядным устройством, можно аккумуляторы до 6 банок, практически все типы. Ну вот, в чем особенность? Питается это зарядное, впрочем, как и турниджи, от внешнего блока питания, то есть вам еще придется купить блок питания. Допустим, для этого 60-ваттового, конечно, нужно покупать помощнее. Ну, не ровно 60, а там с запасом, я не знаю, четверть где-то. Ну вот. Подается напряжение от 11 до 18 вольт сюда. Подключить можно к компьютеру. Есть встроенный кулер. В принципе, шикарное, отличное зарядное устройство, никаких вопросов у меня с ним не было. Отлично заряжает, отлично работает. Куча многих всяких ништяков поддерживает. Можно смотреть сопротивление банок. Напряжение на каждой банке во время заряда показывает. Все отлично. Но есть один маленький нюанс, о котором я вам хочу рассказать. Эта зарядка отлично заряжает вот такие аккумуляторы. Такие аккумуляторы, даже вот такие аккумуляторы. Но если вы хотите заряжать вот такие аккумуляторы, это 6S, 6-баночный на 5 ампер, ну или, допустим, вы настолько круты, что у вас есть и вот такой 6-баночный на 10 ампер, то скажу я вам, ребята, это зарядное устройство вас порядком разочарует. Подумайте сами, аккумулятор 220 ватт, а зарядное устройство только на 60. Даже учитывая, что это 10C, блин, скажу я вам. Расскажу грустную историю, почему я решил снять этот обзор. Решила как-то полетать. Отличная погода утром. Светит солнышко, безветренно. Думаю, да, пойду сейчас заряжу. Пойду полетаю. Ага, ставлю на зарядку аккумулятор. И как вы думаете, сколько времени у меня заняло, чтобы зарядить вот эту вот шикарную, шикарный кирпич? Поставил я где-то в 10 утра, а зарядился у меня только к обеду. Так что хочу вас разочаровать. Этого зарядного устройства не хватит. Не хватит. Но могу вас обнадежить. Есть зарядное устройство, которое вам поможет. Это зарядное устройство Турниджи реактор. Ток заряда 20 ампер. Мощность 300 ватт. Мануальчик. Довольно качественная полиграфия. Но мы не об этом. Мы вот о этом шикарном зарядном устройстве.
Вот в комплекте тут пучок проводов идет, но тоже не о них. Давайте взглянем на это зарядное устройство. Смотрите, какие кнопочки. В принципе, все то же самое, только запитывается оно от внешнего блока питания уже напряжением до 28 вольт. Это до 18 вольт. То есть можно взять блок питания на 24 вольта стандартный, и он будет отлично с ним работать. Вот. Что можно заметить? Даже видно по габаритам, как отличаются они. Вот видите, 60 ватт и 300 ватт. Довольно там такой покрупнее вентилятор внутри. Тут то же самое, только здесь такой вот разъем USB, а тут какой-то PC-Link-то, микро-USB, видимо. Сейчас проверим. Где-то у меня здесь было микро-USB. Ну и только посмотрите. DC into low. Он, короче, берет питание прям с USB 5 вольт. Смотрите, включилось и ругается, что слишком маленькое напряжение. Да, весело. Весело. Так, о чем это мы? Ну, значит, тут тоже балансировочные разъемы D6S и выходные провода на батарею подключаются здесь. Отличное, отличное зарядное устройство. Без всяких проблем зарядит вот эти здоровенные аккумуляторы. И что самое главное, о чем я хочу вам сказать. Вот если у вас есть такая вот штучка. А это Balanced Charging Plate. Ну, здесь написано. Подключается в 6S балансировочный вот так вот подключается, вот этот конец вставляется вот сюда через провода, вот, и можно параллельно заряжать сразу несколько аккумуляторов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, если верить, то 7 аккумуляторов. Надо только смотреть, чтобы по мощности, конечно, он потянул. Потому что что-то мне подсказывает, что даже у таких 7 штук он будет заряжать довольно долго. Но это лучше, чем если их заряжать просто по очереди. Главное требование, которое необходимо соблюдать, чтобы параллельно заряжаемые аккумуляторы были одинаковые. То есть одновременно заряжать вот такой и такой, ну, не получится никак. Даже если учесть, что это 3S и это 3S. Надо, чтобы они были одинаковой емкости и одинакового напряжения. И все. Если у вас целая куча аккумуляторов, то это отличное решение. Поэтому выбор за вами, если вы планируете иметь большое количество аккумуляторов мощных, то вам несомненно нужна вот такая зарядка на 300 ватт. Ну, не обязательно на 300, они, по-моему, есть и на 200. Но это все равно лучше, чем зарядка на 60 ватт. Это для мелких аккумуляторов. Ну, 3S 5 ампер, она еще кое-как заряжает, но скажу я вам, сожалею, что я сразу такую не взял. А так, а для тех, кто еще пока не определился, в общем, я дал информацию, думайте. Если есть вопросы, пишите в комментах ваши вопросы, комментарии, предложения, постараюсь ответить. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!